ВИЧ-инфекция у Веры уже 12 лет. Лечиться не начинала долго, пока не заболела туберкулезом. Вера вспоминает, врачи буквально вытащили ее с того света. Уже 3 года женщина принимает специальные противовирусные лекарства. Сейчас, в данный момент, я нормальный человек, который нормально функционирует, который способен жить. У меня нормальная семья, я работаю официально. Таблетки ВИЧ-инфицированные принимают каждый день до конца жизни. Если лечиться правильно, инфекция не передается другим людям. У ВИЧ-позитивных рождаются здоровые дети. Вера тоже хочет малыша, но поставить крест на ее планах могут проблемы с лекарством. Я планирую детей, и тут я понимаю, что, может быть, мне стоит сейчас задуматься о том, что, может, пора уже на погост. На границе с Польшей таможенники задержали партию лекарства «Алувия». Это один из препаратов для людей с ВИЧ. Причина – ошибка в документах. Таблетки везли как гуманитарную помощь, оформили как купленные за бюджетные деньги. Таможенники изъяли 5 тонн лекарства. 20 июля мы возбудили уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса Украины по факту. В данный момент дело уже... Расследование дознания уже закончено. Дело передано в Волынскую областную прокуратуру для организации судебного следствия. В организации «Люди, живущие с ВИЧ», она заказала лекарства. Опасаются, что «Алувия» и вовсе не дойдет до больных. Директор организации Сергей Дмитриев утверждает, в Харькове «Алувии» хватит до сентября. Идет речь о том, что, возможно, этот груз вообще будет утилизирован. То есть это просто недопустимо. Это гуманитарная помощь для 5000 больных на год. В Харьковской области «Алувию» принимают около 200 человек. В Центре борьбы со СПИДом успокаивают. Лекарства хватит еще на 1,5 года. Пока еще не было ни одного случая, чтобы мы по этой причине отменяли «Алувию» и назначали что-то другое. Мы надеемся, что и в дальнейшем таких у нас не будет случаев. В областной организации «Люди, живущие с ВИЧ» на стене висит квилт. Это мемориальное полотно с именами тех, кто умер от СПИДа. Активисты надеются, в ближайшее время на квилте не появятся новые имена. И жизненно необходимое лекарство больные все же получат. Григорий Пырлик, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».